поговорки «женское счастье, был бы милый рядом», это к вам присуще? Мой милый рядом со мной очень много лет, поэтому каким было бы другое женское счастье, мне сложно сказать. Я думаю, что если женщина говорит своему мужу, ты должен больше раза, давайте скажем так, чтобы не быть совсем строгими, я считаю, вообще эту фразу произносить нельзя, потому что никто никому ничего не должен. Но если мы имеем дело пока, значит, как бы с вновь обращенными в мою веру людьми, давайте сделаем так. Женщина, не говорите, пожалуйста, своим мужьям, ты должен раз в неделю. Просто. Вот просто раз в неделю можно разрешить тебе сказать, ты должен. Все остальное время попробуйте получать максимум удовольствия, избегая фразы «ты мне должен». Когда женщины научатся этому, они научат своих мужчин не говорить женщине своей, ты должна сварить борщ, ты должна помыть посуду и так далее. Вот я думаю, что секрет в моем случае, секрет длительных отношений, который построен на игровой основе, потому что я убеждена, что дети, взрослые – это дети. Только они играют в другие игры, они играют в отношения. Мы не пользуемся такими критериями, у нас нет в лексике «ты мне должна» или «ты мне должен», «ты обещал». Каждый делает только то, что он хочет. И если вдруг что-то не происходит в вашей жизни, это повод задуматься. Возможно, вы ведете себя так, что ради вас перестало хотеться что-то делать. Вот и все. Это очень просто. Если мужчина начнет напрягаться, почему его не кормят, и перестанет делать вот так, а будет думать, что же, как же он себя, где он себя неправильно повел, что его не ждет окрошка летом. Этот анализ позволит этой паре стать счастливыми. Все.